Четыре человека, среди которых двое детей, стали жертвами ЧП на заправке в Грозном. Еще пятеро получили ранения. На АЗС взорвалась цистерна с газом. На месте вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. От имени дагестанцев братскому чеченскому народу слова соболезнования выразил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что Дагестан готов оказать всю необходимую помощь.